видимо, увеличивает сразу много. Ну ничего, главное, чтобы он помещался. Ест и засыпает. Да. А соску зажал ртом, чтобы не вытащилось. Соски, там, по-моему, 10 или 12 сутки надо будет потихоньку уводить ему другую еду, ну, траву вот эту. Он сегодня пробовал уже сено пожевать. Не, ему еще так и не надо. Их же мама учит. Да, нет, ему сейчас надо будет листики, а не сено, первоначально. Как соску вытаскивать? Ну что, хотели лосенок? Теперь его главное выкормить. И вот у вас лосенок. Или у нас. Натрион нормально. Натрион нам, главное, чтобы он это, видите, нету впалости. Как вот он к нам пришел, когда пришел, у него все это впавшее, вот это вот, вот такое раздувшееся. Вот этого не должно быть. Спит малыш. Бай-бай. Выпил полторы бутылочки. Нет, этого достаточно. Это тело. Пока хватит, каждый час. Так он до этого выпил полторы бутылки. Ночью-то его же не будешь кормить? Он Вообще придется. Первые хотя бы сутки покормить, чтобы вытянуть его. Это потом.